недвижимости. Мы сегодня даем бесплатные консультации по жилищно-правовым вопросам от ведущих экспертов компании. Вопросы нам задают по наследству, по приватизации, по оценке квартиры, если люди хотят знать, сколько стоит их квартира, по завещанию, покупке, продаже, ипотеке, по долям, кому что-то непонятно. Любой свой вопрос задайте, мы ответим прямо сейчас. Да, можно, конечно, один. А? Можно оттуда уже задавать вопросы? Да, вот это, мы квартиры снимаем здесь, вот человек 8 где-то, вот это мы приезжие из Азербайджана. Вот, хотели, вот знаете, тоже, ну, Москва снять нормальные квартиры, чтобы был газ там, свет, чтобы нормально все. Здесь потому что вообще нету никакого вообще условий. Вы, можно вам с квартиры снимать тоже? Вы хотите снять квартиру, да? Да, мы хотим, много народу вообще у нас тут, целая бригада приехала работать. Значит, как вас зовут? Меня Гарник. Значит, по съемке квартиры 363-1010. Звоните, пожалуйста. Это их отдел. Они занимаются. Хорошо. А вам это... Можно там снимать квартиры у них? Ну вот, вы позвоните, и они вам с вами разберутся. А вы фотографии можете присылать мне? Ну вы поговорите. 363-1010. Сейчас заперучку возьмут. Подождите минуту один. Да. Давайте. 461... 363. 363. Да, 363. 363. Дальше. 10. 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
Так, хорошо. Вы где хотите продать квартиру? В Азербайджане. В центре Азербайджана вообще. Вы будете продавать, у вас там свои специалисты есть. А здесь мы вам поможем купить. Да, вот сейчас я женат, позову на секунду, секунду. Ага, да. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, извините, можно вопросы задавать? Алло, подождите, я слушаю вас. Не передали, я эксперт. Да, экспертиза вы? Да, я эксперт. Мы хотели квартиру продать в центре Азербайджана. Хорошие квартиры. Ну, вы там продаете, а дальше что? Да, хотим в Москву переехать. Москва хотим переехать, чтобы уже у нас ребенка школа пошел, вырос там, знаете, армия уж пошел служить. Вам нужно сначала здесь купить? Если у вас деньги есть. У нас деньги есть, конечно. Мы 8 человек можем скинуться и купить квартиры здесь. Ну, давайте тогда. Да, это самое. Как вам зовут, женщина? Меня зовут Людмила Александровна. Людмила Александровна, меня Заира. Очень приятно. Здравствуйте. Заира, да? Да, Заира. Вот это. А как, телефон записал, дарник выдавали, нет? Так, вот смотрите. Вы запишите мой... у вас есть мобильный телефон? Мобильный? Мобильный телефон. Есть у вас сотовый? Конечно, вообще Nokia у меня. Ну, давайте мне номер телефона. Сейчас я посмотрю, крышечка сниму сзади. Я вам дам свой, ну. Крышка сниму за это. Nokia 6230 у меня. 6230 Nokia телефон. Ну, говорите номер телефона, я имею в виду, как вам позвонить. А, ну, не знаю, 6230 написано здесь, я вообще не знаю, как звонить. А вы своего номера не знаете? А мы только карту СИМ купили вчера. Мы, вот, это муж перенес. Так, а вот это... Что? А это ваш домашний сейчас, да? Вам... Да, мы снимаем квартиры здесь, 8 человек вообще нас. Вот давайте так, Заира, запишите мой телефон, этот самый, сотовый. Записывай. Сотовый? И наберете, это без проводов телефон. Который, да? Сейчас, давайте телефон. 8-962. 628-90, дальше давайте. Еще раз, 8-962. 8-962? Да. Дальше давайте. 926. 926? 926, да? Да, 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 конечно. 32? 826-32? 89. 89? Больше нет цифры у вас там, что ли? Теперь вы мне повторите его. Я сейчас гарник писал, да? Да, написал. Сюда вот. 8-903. Нет, 8-962. Секунду, дайте. Сейчас, момент один.
82. Да, вот давайте набирайте мне вашу телефона. Хорошо. Он у меня определится, я напишу. Мы деньги положим сейчас, заберем. Вот скажите, знаете, вот это, как у вас, Людмила Николаевна, да? Людмила Александровна. Ну, какой разницы, Людмила Александровна. Все, целую вас, до свидания, спасибо вы. Хороший телефон. Что-что? До свидания, спасибо. Хорошо, вот это. Вы мне наберите. Мы деньги положим на телефон, сейчас наберем, конечно.